привет! Хочу, не знаю, прорекламировать или похвастаться новым приборчиком таким, Доумер. Устройство для заворачивания доумы и голубцов. Спасибо Ларисе Доплете, что она опять нашла очередную вкусняшку в сети, в интернете, так скажем. И мы приобрели вот такие штучки. Ане Песни спасибо огромное за то, что она мне купила и выслала. И ее сестренке тоже большое спасибо за то, что вот мне купили и выслали эту игрушечку. Потому что я до этого приобрела турецкий, как бы, доумер вариант. Но у меня не получается там на нем. Возможно, ручки-крючки. А вот на этом прям замечательно. Ну, турецкий я сейчас не покажу, я его куда-то убрала. А этот вот, ну, очень хороший, качественно сделанный. Закручивала я на нем уже голубцы из пекинской капусты, доуму делала в виноградных листьях. И вот сейчас хочу показать в тесте фила как бы рулетики. Готовить не факт, что я их буду, просто хочу показать, как они закручиваются, заворачиваются. Но у меня что-то какое-то тесто фила не ахти, если честно. Что-то какое-то, то ли оно долго в магазине пролежало, то ли что. Ну ладно, попробуем. Так, кладем листочек фила. Начинка может быть любая. У меня просто сейчас под рукой есть вот мясной фарш. Как мне сказали в турецком, почему у меня не получается, я очень много начинки кладу. Ну, сюда я стала меньше использовать начиночки. Ну, не знаю, посмотрим сейчас. Вот это вот я уже закрутила два таких рулетика. Так, это виноградные листья у нас. Потом на них покажем. Так, вот, но они не совсем аккуратные. Опять же говорю, тесто какое-то суховатое по краям. Не знаю, посмотрим. Так, листик, начиночка, делаем, пожалуйте вам трубочка, очень хорошенькая, ну не могу сказать, что безумно ровненькая, но удобно, интересно. Делаем второй листик, берем, точно так же кладем, использую тесто фила, повторюсь еще раз. Начиночки кладем, ну, немного. Ну, такие мини-сигаретки, честно говоря, как закусочный вариант. Фуршетный такой вариантик. Очень удобно. Так. Вывалилось. Так, все. Фила показали. С виноградными листьями сейчас покажем. А, нет, сначала покажем на лаваше. Лаваш сначала покажем, пока не мокрый, а то потом лаваш. На сырое как-то не очень охота будет. Сейчас покажу лавашек. Тоже так же. Выстригаем. Начиночку можно использовать любую. Для лаваша тем более. Остальной лавашек уберем, его мы используем в гриле. А здесь, ну, чисто для обзора. Лавашек, листик лавашика, сыр творожный. Угу. Так, ну вот, тесто фила, лаваш. Так, и что у нас еще там есть? И виноградные листы. Так, виноградный листик укладываем сюда. Кладем фаршик. Делаем. Сигаретка вывалилась. Еще покажем один. То есть у меня нет цели приготовить, повторюсь. У меня просто, ну как, желание показать вам этот самый прибор Доумер. Кладем мяско.
сигаретка вывалилась. Ну все, думаю, достаточно. Итак, принцип этой работы долмера понятно. Здесь три размера. Вот только почему-то мне всегда очень тяжело получается его вытаскивать. Три размера. S, M, L. L для голубцов. М все-таки вот для долмы и для каких-нибудь рулетиков. С там уж совсем мало начинки. Как-то не по-нашему это. Мне надо, чтобы начинки было много. Прибор очень удобный, очень интересный. Ну, не знаю, мне все нравится и все быстро. Пол кастрюли, наверное, скороварки, долмы я закрутила, ну не знаю, минут за 20. Прям это так моментально все идет. Поэтому рекомендую, если будет возможность, купите обязательно. Это вам пригодится для вот таких мини-рулетиков, для долмы. Пекинки у меня сейчас нет, так бы показала еще на пекинке. На пекинке вообще замечательные получаются мини-голубечки. Еще раз спасибо Доплете Ларисе за то, что она подсказала, что есть такие штучки хорошие. И Ане Песне огромное спасибо за покупку и доставку мне сюда. Всем пока, до новых встреч!